Ну что, ребят, меня зовут Джастик, приветствую. Мы с вами что делаем? Правильно, начинаем с вами проходить Buckshot Roulette. Очень интересная игрушка, очень классная. Как и, собственно, с этим, как он называется, Chalice Art, этим поездом, да, который мы с вами прошли, ссылочка, кстати, находится на плейлисте, да. Вот, мне эта игра тоже как-то попала, тоже до этой игры, до игры с Chalice Art, да, с этим поездом, вагонами попалась. Я такой, блин, что за игра? Я и в ТикТоке еще видел, то есть в ТикТоке, в шорцах, да, вот она только-только вышла, я видел, я такой, бля, ну прикольная игрушка, можно было пройти и сейчас, почему бы и нет. За мной там, да, ну вот за мной там, короче, счетчик FPS идет 60, там, как бы, вот, нормально. Вот, поэтому давайте-ка мы с вами ее и пройдем. Думаю, за эту серию мы, в принципе, заодно ее и пройдем, вот. Поэтому, Саша, поудобнее надевать пледик, обязательно, прям, кушать, прям, чипить кофе или пить воды, приятного просмотра. А мы, собственно, начинаем проходить Buckshot Roulette. Ну, то есть, смотрим, что это за игрушка, в принципе. О, привет! Так, начать. Давай, давай посмотрим. Давай посмотрим. О. Давай посмотрим, что за игрушка там. Я, честно сказать, ну, чуть-чуть, может, смотрел, как, что там, да, ну, я говорю, и в ТикТоке, и в шортах я смотрел, что за игра, что-то, но на суть я хуй знает. Посмотрим. Суть я не знаю, да, собственно, что за игра и тому подобное. О, ничего себе. А как, мышкой? Подожди. Нет, да? А, вот держите, с кем что-то выйти. А. А, то есть я могу и клавиатуру, да, то есть я на стрелочку могу... Окей, все-все. Стрел, хорошо. Давай, давай. А, подпиши отказ от претензий. Хорошо, давай. Давай-давай, чё? Ну, давай какой-нибудь. Давай напишем big, большой, типа. Big. Big. О, большой. О, три раунда. Так, один, второй. Ну ладно. И череп. Один боевой, два холостых. Хорошо. Так, один боевой, два холостых. Я видел, что здесь стрелялись, какие-то предметы еще выдавали, но... Я вставляю патроны в случайном порядке. Хорошо. Но саму механику я херная. Давай разбираться с тобой. Ага. Где будет ход, если вы выстрелите себя? Так, сколько там было? Один бой, два холостых? Ну, давай в себя. Давай, давай, давай. Там холостой, смотри, проверяй. Изи, блядь. Изи, нахуй. Ну, то есть, ну, понимаешь, это, ну, настолько вообще изично, что я... Давай в него. Изи, пока изи, пока изи, понимаешь? Пока что изично для меня. Ну что ты, давай, давай, ну давай. Так, три боевых, два холостых. Да-да-да-да-да. Он даже в своем порядке. Они попадают в патроник в скрытом скрытой последовательности. Хорошо. Три боевых, два холостых. Ну явно сейчас в него надо ебашить, смотри, там сейчас будет боевой. Изи. Это и что, ребят, ну это, не знаю. Там соль, что ли, заряжена, типа. Правильно понимаю? Ну это, солька-то, знаете. Не знаю, как называется. Ой, блядь. Пищевая соль, короче, заряжена. Чтобы, типа, ну, понимаешь, что, может, супчик хочет сделать. Оп, стрельнул, типа, оп, он так, оп, взял соль, так в руки собрал и в супчик насыпался, почему бы нет. Больше предметов перед каждым раундом, хорошо. Предмет какие-то. Нож.
Так, у него есть... Что это? Так, что это? Ножовка. Дробовик носит 2 единицы... Бля, я не запомнил патрон, ну ладно. Это пачка сигарет. Давай в него, ладно. Что могу сделать? Бля, ну ладно. Я просто не запомнил, сколько там чего. Давай, теперь ты ходишь. Давай. Угу. Так, я, получается, пропускаю ход, да? А, все, закончилось. Хорошо. О, вот это нам надо. Так. Год. Дай сюда! Не понял, блядь. Там только что был этот, блядь, документ. Ну, божественный документ. Дай сюда обратно, мне он нужен. Ты че, блядь? Отдай! Ясно, ебало. 2 боевых, 2 холостых. Хорошо, 2 боевых, 2 холостых. Хорошо, 50 на 50, да? Значит, у нас, да, с тобой. Ну, по идее, сейчас холостой. Давай, смотри, сейчас будет холостой. Проверяй, холостой. Изи, блядь. О, so shooter, so... Типа рискнул. Теперь делаем вот так, смотри. Сейчас там боевой. Смотри, блядь, проверяй. Смотри. Пока что изи, блядь. Хорошо, одна у нас осталась. Так. Слышь? В смысле, блядь, не понял. Боевой. Все, там холостой остался. Там холостой остался, дурачок. ХПшку все установил. Там холостой остался, ты. Ну, блядь, смысл этого мува я, конечно, не понял, но ладно. Так, хорошо. Так, дальше. Так, пока что окей. Пока что сейчас... О, наручники. Нож. Это сюда нам надо. 3 боевых, 2 холостых. Хорошо. У него нож есть, наручники и пивасик, да? Это что у нас? Дилер пропускает следующий ход. Ага. А могу, давай посмотрим, повысит у меня хпшка или нет? Типа так чисто. Понял, просто так хпшку. Так, ну, что могу сделать? Давай его сразу наушниками, сразу же, моментально. Вот моментом, блядь. Ну, то, что не надо так себя вести, как минимум. Давай в него первый стрельнем. Там сейчас холостой, то он пропускает ход, а не хуй. Бам, нахуй. Сейчас там, я уверен, что сейчас там холостой. Я там сейчас холостой, я тебя, бля, буду. Там холостой. Не понял, бля, прикола. Там осталось 2 холостых, 1 боевой получается. Давай только боевой. Чисто холостые. Ну давай, холостые в себя ебашь. Да все, блядь. Раунд, все, блядь. А смысл твоего мува я не понял, типа, ну, чел. Смысл твоего мува я не понял. Так, ладно, пока что живем. У него одна хпшечка. О, пивасик сюда. Так, еще пивасик. Так, это что у нас? Это получается у нас патроника, да? 3 холостых, 3 боевых. 50 на 50, хорошо. Марио, Ван Гу сейчас будет первый боевой. Затвор, извлекать текущий патрон. Дай-ка я вот так сделаю, на всякий случай. Так. Курение вредит, ребята, вон. Курение вредит. Давай вот так сделаем, там сейчас холостой должен быть, по идее. Да. Теперь мы делаем вот так вот, мальчик. И прощай, блядь. Ну все, пока, блядь. Все, пока, блядь. Пока что легко, окей. Ну, снова, видишь, это, блядь, ну, соль, супчик он взялся. Плюс, видишь, знаешь, что это эти капли? Это просто он суп просто настолько кидает жестко в соль, вот пищевую соль, знаешь, которую, ну, типа, солит же, да, там, всякие разные еду, да, там, супчик. И он настолько здесь сильно кидает эту соль, что, видишь, эти брызги до нас доносятся, эти брызги от супа, понимаешь, это жесть. Что ж, вот и прошло время финальной дуэли. Больше никаких дефибрилляторов, никаких переливаний крови. Только ты и я, и наш последний танец на грани жизни и смерти. Ну, давай. Ну что ты? Ну давай.
Это что такое? 4 предмета каждому. 4 предмета теперь. Лупа, наручники, ножик, ножик. Ну, хпшка было бы неплохо, знаешь, бы залутать. А у него лупа тоже есть? Что? 4. 6, у нас по 6 хп. Правило ты знаешь, да, знаю. А у него хпшка какого? Да, это что? Взгляните на текущий патрон в патроннике. Бля, сколько там было боевых, сколько? Бля, я забыл. Ну давай ему это дадим сейчас. Наручники. У него, благо, нет удвоения урона. Хорошо, давай первый в него. Если там холостой, значит, ну... Бля... Сейчас там холостой должен быть. Смотри, сейчас... Смотри, что сейчас сделаем. Смотри. В себя. Холостой. Дальше делаем вот так вот, мальчик. Бля, либо сейчас, если там холостой будет, это вообще жесть, забей. Сейчас делаем вот так, нахуй, пока, блядь. Ну все, ББ. Бля, такой тупой, блядь, мув сейчас был. Бля, ладно. Ладно. Хорошо. Опа, хпшечка. Ножик. Ножик. О, наручники. Ну ты в курсе, что я тебе не дам сейчас ходить? Так, 4 боевых, 4 холостых. 50 на 50, хорошо. Да, давай. Ну, пивасик есть. Так, ну, мальчик, ты явно, знаешь, ну, в первым делом делается вот так все. Я тебе не дам ходить, поверь. Так, ну, давай взглянем, что там такое вообще. Давай взглянем. Холостой. Хорошо, первый холостой можно в себя фигануть. Аж холостой. Так, давай. Раз. Так, теперь у нас 3 холостых, 4 боевых. Теперь мы делаем вот так вот. Ну, явно, да, нужно так сделать. Теперь делаем вот так вот. Бля, у него 3 наручников, ёпт. На нафиг. Ну что ты? Что ты? Плаки-плаки, да? Что ты, плаки-плаки, да? Да? А, я еще хожу. Ну давай еще один в него, блядь, еще. Там явно должен быть... Там боевой. Так, и что? А что это, за... что это значит эти, ну, треснувшиеся молнии? Готов? Я? Так у меня полная хпшка, ты чё? Так, ну что ты смотришь? Ну, мальчик, очень любопытно. Там, получается, 2 холостых, 2 боевых должно остаться. Так, сейчас, получается, он боевым будет фигачить, да? А, ты решил установить себе? Так, у него, получается, сейчас 3 хпшки должно быть. Я правильно понимаю? Ну, ничего страшного. У меня усиление урона есть, мальчик, не забывай. Мне вообще, как бы, знаешь, ну, вообще, ну, как бы, пух. Так, он сейчас будет боевой. Да, боевой еще один, и все, у тебя холост останется. Холостой боевой остался, да? Один боевой, один холостой, по идее. Бля, боевой остался, блядь. Давай. А, все, что ли? Подожди. Да, все. Так, хорошо. Ну, мальчик, ты понимаешь, что, ну, все, типа, б. Ты в курсе, что, ну, все, ну, это пока, блядь. Ты понимаешь, что это пока? Ну, смотри, сейчас сразу наручники первым делом. 3 боевых, 2 холостых. Изи, блядь, смотри, проверяй. Мальчик, ты, ну, все, пока, блядь. Ну, пока, все, пока, говорю тебе, пока. Все, пока, понимаешь? Пока, давай просто так, для пафоса, просто так, восстановим себе хпшечку. Просто если выиграть, надо с полной хпшечкой выигрывать, да? Смотрим, что там за такое вообще, за патрончик-то. Холостой. Давай в себя. Хотя можно... А давай сделаем вот так вот. Раз. Так, по идее, сейчас там должен быть боевой. Пожалуйста, давай пусть там будет боевой, пожалуйста. Прошу тебя, пусть там будет боевой. Два, если там сейчас... Ну да, там по идее... Да, там боевые остались, все. На нахуй. Все, супчик приготовил, да? Смотри, сколько брызгов этого супчика-то. Все? А! Что? Что это такое? А, то есть, когда обрезают, у него одна хпшка остается? Вообще, в принципе, одна. То есть, ну, без разницы, в основном, у него одна хп остается.
Ничего себе, жестко. Ну, ты видел, я выиграл с полным хп. Вообще, ну, на изях. На изях просто. Сюда, блядь, сюда. Ну все, ёпты. Зря ты меня позвал, слушай, зря ты меня позвал поиграть. Бабки отдаешь теперь полностью. Ёпты, смотри, и с бабками получается, да? И с деньгами мы с тобой уезжаем. Это вообще изи, ёпты. 70к. Beat the game. Поздравляем, Биг. Бит. Сделан выстрел в 12, заключено патронов в 29, выломанных дверей 2, выкуренных секрета 3, выпито вами пиво в миллилитрах 660. Все, одну баночку, все. Всего денег 68 350 долларов. Изи. Ну, а, вот все. Как бы, смотри, даже ни разу не проиграли, вообще, ни разу не проиграли. Слава ту-ту-ту, конечно, нахуй надо, бля. А, открыли же все или ничего? Так, давай посмотрим, Серика, так ты вот... 16 минут всего, блядь, ну, вся игра, что ли, настолько короткая. Так, давай посмотрим, давай. Так, начать. Давай посмотрим, все или ничего, давай пройдем все или ничего. Зря он меня, конечно, позвал, зря вообще. Ну, зря, это, понимаешь, ошибка, ну, опа, шит. Выпей таблетку, можешь появлять пацан к вождению, давай. А, вот он, да, все, вот он, все или ничего, хорошо. А, мужик, вот я. Ну ладно. А, зря ты меня позвал, слушай, зря ты меня позвал во второй раз, понимаешь? Ну это ошибка, просто двойная ошибка. Ты понимаешь, это ошибка? Прощай, отказ претензий, хорошо, давай. Понимаешь, это, давай теперь little напишем. Так, как там? Ли, там 2Т вроде. Литли, во. Зря ты меня позвал, понимаешь? Вот зря, это ошибка, твоя ошибка, понимаешь? Это, ну, как бы, ошибка дурачка, понимаешь? Ну, ты дурачок просто, понимаешь? Ну, ошибку совершил, а первый раз, второй раз меня позвал. Зачем, блядь? Это что такое, блядь? Это что такое, блядь? Наручники? Это что такое вообще? Не понял. Две. По два хвостых, три... А, два... Ну, понял, боевых, три хвостых, хорошо. У него что там есть вообще? Чё... О, что это, блядь? Так, что это? Ну, это понятно. Просроченное лекарство. 50% вероятность вернуть 2 заряда или же потерять 1 заряд. Инвентор может текущий патрон в патронке на противоположном. Ну, давай сразу вот так сделаем. Давай в него. Первый идет. Так, ну и сейчас, собственно, в него все равно оно идет. Да, давай. Погнали. Бам, нахуй. Шо ты, плаки-плаки, да? Все, все. Зря ты позвал меня во второй раз. А, мы же это не мы уехали, да. Ты понимаешь, зря ты позвал, блядь. Это брат будет, да? Брат-близнец, типа, блядь. Типа, литл. Чел. ББ, нахуй, пока, блядь. Блядь, такой ты, конечно, чел, просто, блядь, я хуею с тебя, на самом деле, реально, ну, дилер, ну, зачем ты, понимаешь, ты позвал вот моего брата Биг, понимаешь, у меня был, ну, есть брат Биг, ты его позвал, он уехал с деньгами, сейчас ты и мне отдашь все деньги, да, правильно, понимаешь, ну, то есть будем богатыми людьми, ну, ладно, ладно, вообще как нехер, почему бы нет, блядь, зря ты позвал второй раз, зря ты позвал меня, брата Биг, сколько, блядь, раз, два, пять, вообще дают. Так, дилер 2, хорошо. Поровну. 5 таких. 1, 2, 3, 4. 5. Подожди. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Нет, там 4 холостых. 4. Да, 4 холостых, 4 поровну. Так, ну что это? 2 заряда. А если я сейчас покурю? Ну. Ну что, просто так сейчас, да, блядь? Ну сразу наручники, сразу же. Ну ты понимаешь, ну, а, у него и лупа есть, нихуя себе лут, блядь. Хорошо. Давай, знаешь, как сделаем сейчас? Сейчас мы делаем вот так вот. Я забираю у него 100% лупу, чтобы он, ну, не знал, что как, что и как. Чтобы он не знал. Я, короче, посмотрю, что там, да как. Поехали. Раз, блядь. Бамс, нахуй. Первый есть. Дальше. Сейчас там должен быть холостой.
проверять. Сейчас там должен быть холостой, поэтому мы с тобой пиво. Ну, пивасик сейчас фиганем, ты сразу. Опа, смотри, сейчас холостой выскочит. Холостой. Изи, блядь. И еще один в него, нахуй. Смотри, проверяй. ББ. Ладно, блядь, ладно. Хорошо, твой ход. Давай, давай. А, это мне тоже наручники. Ну, мальчик, там, понимаешь, там осталось... Сколько? Там остался один холостой, два эти... А, и три боевых. Тварь. Тварь. Осторожнее, хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Давай в себя, в себя, в себя. Пожалуйста, в себя. Пожалуйста, в себя. В себя, в себя. ББ. Блять. Ну, блять, что ты думал, нахуй? Ну, все, блять. Ну, все, понимаешь? Ну, все. Понимаешь, это все. Блять, ну вот это, конечно. Ну, давай в него что, блять. Давай боевой, пожалуйста. Боевой, дай боевой, боевой. Изи, блять. Покедова, нахуй. Опять супчик варит. Зачем, блять? Вот одно и то же делает, блять. Литл побеждает. Это мы третий уже проходим, чего, блять? То есть последний раунд? Ну, давай. Так, это есть. Дай наручники. Опа. Так, а можно удвоение? А, три все предмета. А, ну у него наручники. Ну я сейчас заберу у него наручники, мне похер. Четыре. Ну, все поровну. Четыре холосты, четыре боевых. Так, ну, мальчик, 100% мы делаем вот так в первую очередь. То есть, ну, понимаешь... Когда у тебя есть наручники или у меня, я тебе, ну, не дам, понимаешь, ну, быть без наручников. Это моментально, понимаешь, должно происходить. Давай сразу в него. Сейчас боевой должен быть. Так, хорошо, холостой. Хорошо. В него сейчас еще раз. Бля, только сейчас, если будет еще один холостой, то вообще забей просто. Все, боевой. Сейчас должен быть, сейчас должны быть боевые, я уверен. Сейчас, давай, поменяй сейчас на холостой. Сейчас должен быть боевой, по идее, еще. Ну, тварь. Ну, я знал, что боевой будет. Сейчас будет холостой. Осторожно. Да-да-да, мы с ним смотрим поровну. Ну, все, ты не ходишь, блядь, хуели. Все, положи, блядь. Я делаю вот так вот. Давай, одну в себя. Сейчас холостой должен быть. Пожалуйста, холостой, холостой, холостой! ББ, нахуй. Прощай, давай сюда бабки мои, блядь. Все, ББ. ББ, пока-пока. Нет. Остались боевые, чел. Пока, нахуй. Вот теперь пока. Сюда, нахуй, сюда. Все, блядь, ну супчик все сварил наконец-таки. Наконец-то сварил супчик, да? Сварил ты свой супчик, а? Скажи мне. Это что, блядь? Все или ничего? Все. Не понял. Поехали. Блять, сколько предметов мне дают? Знаешь, что надо у него забрать? Лупу. 100% забрать. Так, мальчик. Так, это у меня чё? Ага. Тем я даже пользоваться не буду, нахуй надо. У нас по 4, да, с тобой? Я 100% сейчас забираю лупу, ну потому что не надо тебе смотреть ничего. Давай сюда лупу. Лупу давай сюда, свою. Воспользуюсь ей я. Холостой, хорошо. В себя сначала холостой. Я, блин, не запомнил, сколько какие патроны не запомнил. Ладно, погнали. Холостой пошел. Раз. Дальше. Мы с тобой, знаешь, что сейчас сделаем? Мы сейчас сделаем по-умному. Сделаем вот так вот. На, наручники, да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да-да-да. Получается, один в него сейчас сделаем. Так, надо было усиление, урона. Хорошо. Дальше я беру сейчас пивасик. Смотри, смотри, я беру сейчас пивасик. Там же холостой вылетает, я удваиваю урон. И ББ.
Бля, просто игра прочитана, понимаешь? Ну просто игра прочитана, все, ну это забей, это просто игра прочитана называется. И теперь в него, пожалуйста, сейчас давай холостой игра, давай холостой, блять. Блять. Ну вот это было бы хорошо, ну все, остались боевые только. Нет, там вроде еще один холостой должен быть. Я просто не вспомнил, какие что. А, хп, что это такое, блять? Давай минус одну, давай, минус одну, минус одну, минус одну! Сука, понятно, блять. Да. Ну да, там боевой сейчас. Бля, давай, будет быть прикольно, если там холостой сейчас будет. Вот это будет заебись вообще. Ну там, блядь, боевое. Я бы, бля, жалко, что я не запомнил, да? Ебать, два просто. Добрый вечер. Теперь давай в себя, пожалуйста. В себя давай. Давай в себя. В себя, в себя, в себя. Не в меня. Ты охуел? Мальчик, ну, как бы ошибка, понимаешь, что ты, твоя, это ошибка была сейчас, ну, ошибка была сейчас. Ты мог использовать эту хуйню, но не использовал. Погнали. Там еще должен быть боевой, я уверен. Так, пошло. По идее, все, по идее, все. По идее, все. Все патроны выпустили, да? Пожалуйста, пусть все патроны выпустили. Все, да. Так, сейчас надо запоминать, какие что. Поехали. Опа. Опа. Так, давай. Раз, два, три. Так, 4 боевых, 4 холостых. Так, пивай. Бля, он может забрать у меня, кстати, вот эту тему. Бля, жаль, жаль. Так, давай сразу хупачечку и манем. Сразу же, моментально. Так, поехали. Так, поехали. Там холостой, да? Так, давай, давай, давай. А, он сейчас ходит. Давай, давай, давай. Давай, боевой вибани. Давай, 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 ну давай, давай. А, что это? Что ты сделал? А, ты забирай, блядь, забери нахуй. Давай, минус одну ему сделай. Минус одну за кражу, блядь. Кого, блядь? Игра, ты против меня ебашишь? Блядь, чел, ты такой просто, просто ты чел. Чел, ты просто чел, реально. Там сейчас холостой лежит, смотри. Сразу же в него ебашим. И остается, получается, у нас... И остаются у нас холостые сейчас. Сейчас холостые максимум остаются. Все, сейчас все только холостые остаются. Ну все, давай. А, он может еще, он же может сейчас... А, ну он сейчас он дурачок, смотри, он дурачок. А, он холостый в себя. В себя. Ну, холостые там остались. Я говорю, там только холостые остались. Че ты мне даешь? Там боевой остался? Нет, там, там же холостые были, нет? Остались только холостые. Потратил просто так. Ну, дурак, блядь. Ну, блядь, ошибка, нахуй, ошибка, понимаешь? Ну, вот в тебя, нахуй, ББ, блядь. Все, там еще... Нет, там один холостой, там один этот остался. Боевой, все там, да. Да-да-да, все. Ну, все, нахуй, ББ, блядь. Прощайся, нахуй, со своими деньгами, блядь. Да все, все, прощайся, прощайся с деньгами, блядь. Так, о, мобила, блядь, что это такое? Два. О, бля, хп-щику было бы неплохо, кстати. Два холостых, два таких, хорошо. Это, чу, а, бля, точно. Так, ну, что мы делаем? Давай наручники 100%. На, блядь. Ну все, 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 ББ. Давай по мобиле, давай посмотрим, что такое мобила. Давай посмотрим, что он скажет мне. Четвертый патрон холостой. Четвертый, давай, давай. Четвертый патрон холостой, получается боевой холостой. Сейчас боевой должен быть. По идее. Давай попробуем, ладно, давай попробуем. Ну, а хотя у него одна хпшка осталась в любом случае. На, все, ББ, блядь. Че, блядь. Ой, блядь. Ошибка, понимаешь, это ошибка меня звать сюда. Понимаешь, в эту игру, зачем ты меня позвал вообще в это играть, понимаешь? Литл побежит. Конечно, блядь. Потому что, ну, это ошибка, понимаешь? Его ошибка меня позвать сюда еще раз. Точнее, позвать моего брата еще раз сюда, понимаешь? Тут Биг, мой брат, выиграл, понимаешь, тебя? Он забрал все деньги. Сейчас и я, Литл, и брат Бига, блядь, заберу твои все деньги, понимаешь? То есть, ну это ошибка. Я считаю, это кардинальная ошибка, блядь. Бля, можно хпшечку, пожалуйста, блядь. А у нас. О, сюда, блядь. Ну, набор хороший, кстати. Блядь, жалко наручников нет. Так, раз, два, три. Так, три холостых, три боевых. Хорошо. Поехали. Поехали. Так, что мы делаем с тобой? Поехали. У нас по 4, да? Давай позвоним сразу. Скажи, какой первый патрон, пожалуйста. Третий патрон холостой. Хорошо.
Ты типа там холостой получается? Хорошо, давай-ка мы, знаешь, как сейчас с тобой сделаем. Бля, я уверен, что там сейчас, по идее, должен быть боевой. Ты типа там холостой? Либо, бля, я не знаю, кстати. Ну давай, ладно, вот так сделаем, на всякий случай. С третьим патроном холостой, знаю, сейчас один патрон уберем. Боевой. Получается, сейчас делаем вот так. Бля, я сейчас... Сейчас, если я угадал, это забей просто. ББ нахуй. Давай, пока. Там должен быть холостой. Там был боевой, блядь. Там был боевой. Ну ладно. А ты откуда знаешь? Слышь, блядь, не понял нахуй. Так, ну сейчас боевые должны быть. Ну все, у нас получается сколько? Раз, один холостой, два холостых вылетело, два боевых вылетело. Ну то есть три холостых, ну все, остались боевые только. Ну все, ББ тема. Остались боевые только, получается. А нет, холост. Блядь, это очень плохо, кстати. А, я же один поменял, точно, блядь. А, ты хочешь поменять, типа? Ну, поменяешь на холостой, в курсе сейчас? Ну нет, ты в курсе сейчас на холостой поменяешь? Ты в курсе сейчас на холостой поменяешь? А, ну ты хочешь полечиться, да? Ну ты сейчас в курсе на холостой поменяешь? Ты сейчас на холостой поменял? Ты дурак? А, нет, бля, ладно. Так, ладно, давай сейчас, сейчас все будет, Угу. Так, хорошо. Так, дай-ка мне луп. Опа, нахуй. Опа, блядь. А у него что? Пивасик, хпшечка, два пивасика, два хпшечка. Две хпшечки, две поменять, хорошо. Первым делом хпшечку все закинем, 100%. Пойдет. Сегодня у нас никого нету. Да позвоним, спросим. Скажи, какой первый, блядь, скажи мне, какой первый. Второй патрон холостой. Хорошо. Получается, сейчас боевой у нас. 100% боевой. Бля, он сейчас холостой берет. Тварь. Бля, я не запомнил патроны какие. Бля, боевые остались, все. Давай смотреть. Боевой, хорошо. Боевые у нас с тобой остались, да? Бля, ну по-хорошему, знаешь, как нам сделать? У нас сколько осталось патронов? Давай мы сделаем вот так вот сейчас. Ну, чтобы ему меньше патронов осталось. Так, боевого мы убираем. Бля, вот... Не, я пока не буду рисковать, ну нахуй, блядь. Так, хорошо. Боевые остались только, если что. Боевые остались, ребят. Только боевые остались. Ну вот почему у тебя хпшечка есть, у меня нету, блядь. Ну у меня есть вот это, блядь, просрочено, но я не буду его пользоваться. Ну нахуй, на всякий случай. В себя давай, в себя. Там боевой остался, кстати. А смысл был то, что восстановил хп? Ну ладно, блядь. Чисто, блядь, ну... В нули ушел, блядь. Ну все, там, там по идее только боевые остались. Или сейчас холостой будет. Ну все, еще холостой остался. Бля, скорее все? Все, да. Так, хорошо. Поехали. ББ тебе, блядь, мальчик. Тебе ББ один. Все, ну тебе ББ, ты в курсе? Тебе ББ, чел. Ну ты в курсе? У него, бля, смотри, у него всякая хуйня, кстати. Ну тебе ББ, ты в курсе? Ты проиграл, кстати, сейчас. Ну ты сейчас реально проиграл, ты в курсе? Не, ну ты в курсе? Нет, ты в курсе, что ты сейчас проиграл? Так, первым делом, что мы сейчас делаем? Знаешь, что сейчас делаем? Делаем вот так вот. Забираем у него лупу. Блять, ему она не нужна явно, мне она нужнее, знаешь, сейчас. Сейчас мне она нужнее. Давай лупу. Сюда, нахуй. Лупу, блять. Холостой, хорошо, сейчас в себя ходим. Получается, сейчас мы ходим в себя холостым.
Потом я звоню по телефончику. Потом я сейчас звоню по телефончику. Мне говорит, какой патрон сейчас, боевой или холостой. Сейчас боевой там стоит. Чего, блядь? Кого нахуй? А, блядь, я понял, окей, ладно, как это работает, хорошо. Дай минус одну, дай ему минус одну. Блядь, да чего ты... Блядь, это пиздец. Ладно. Ладно, 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 да выпендрился чуть, хорошо. Ладно, 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 ладно. Так, мобила. О. Иван Деппл. О, мальчик, ну типа бы это в курсе. Так, три боевых, три холостых, хорошо. У него есть мобила, пивасик. Бля, ну три с... Бля, ну что, давай рискнем, 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 рискнем. Давай. Бля, сейчас смотри, потеряю, бля. Проверяй, сейчас потеряю, бля, тебя проверяй. О, добрый вечер, блядь. Так, давай сразу же. Сразу же, знаешь, что решим сейчас с тобой? Сразу же сейчас с тобой решим. Во-первых, наручники на. Это во-первых. Три боевых, три холостых. Хорошо, звоним, говорим. У нас всего сейчас 6 патронов там. Четвертый патрон боевой. Хорошо. Хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Давай выкинем там патрон сейчас, посмотрим, какой там был. Боевой четвертый патрон, хорошо, боевой. Получается, сейчас два холостых. Сейчас два холостых должно быть. 100%. Два холостых. А знаешь, как мы сейчас с тобой сделаем? Два холостых, четвертый мы сейчас сделаем. Вот там сейчас холостой стоит. Делаем вот так вот. Я уверен, что там холостой. Я думаю, там боевой. Два холостых, боевой. Поехали. Минус. Ну все, он проиграл сейчас. У меня сейчас еще один боевой. У меня сейчас еще один боевой. Да, да, хуй тебе, блядь. И там сейчас еще один боевой. Если я правильно понял. Телефон. Там боевой. Ой, бля, чел. Зря ты позвал, говорю. Ты зря позвал, понимаешь? Литл побеждает. Конечно, блядь. Ну, как понимаешь, как мой братец Биг. То есть, понимаешь, ну, то есть, так, только так. Третий раунд. Погнали. Погнали. Так, погнали. Нож. Так, ПШечка. Бля, ну... У него хпшечка и... У него две хпшечки, хорошо. Три холостых, два боевых. Поехали. Я уверен, что сейчас будет боевой. Мне что-то кажется так. Нет, холостой. Значит, сейчас должен быть боевой, два холостых и боевой. Боевой. Ну, сейчас боевой будет. Сейчас меня. Смотри. Да, попробуем. Сейчас холостой должен быть. Пожалуйста. А сейчас мы делаем вот так, мальчик. И ты улетаешь. Бля, пожалуйста, игра, дай боевой, боевой, дай, пожалуйста, пусть будет последний холостой. Спасибо, игра, спасибо. У него одна хп, он сейчас покурит, да, сейчас вот это, блядь, восстановит хпшечку, да? Восстанови хпшечку, да, восстанови хпшечку. Восстанови хпшечку. Он не может. Ай-яй-яй, как же такой себе? А, он может забрать у меня кое-что, ну ладно. Так, три боевых, три холостых, хорошо. Мальчик, ну ты понимаешь, что сразу же, ну смотри, сразу же, моментально тебе, понимаешь? Ну вот моментально просто. Так, смотрим, какой там. Мне сейчас важно узнать, какой там. Боевой, ну все, ТББ, блядь, ты даже понимаешь. Ну все, ТББ. Пока, блядь.
Зря ты позвал, понимаешь? Вот зря ты зовешь, ну, типа, двух братьев, Литл и Биг. Или Биг Литл, понимаешь? Зря ты позвал, зря. Все ли ничего? Это бесконечно, что ли? Это бесконечный режим или что, блядь? Это бесконечно, давай, окей. Это бесконечный режим? Я правильно понимаю? Это бесконечный режим, правильно понимаю? Ну, давай сыграем. Просто если это бесконечный режим, то, бля, такой на самом деле. Ну, типа, критик ничего ты не получаешь, а галочку ты все можешь получить. Я просто не понимаю, типа, в чем прикол. Так, ну, первым делом, бля, я не запомнил, сколько там чего, блядь. Ну, первым делом ты идешь нахер вообще, на самом деле, вот реально. Продолжаем. Холостой, хорошо, сейчас его... Ну, давай в себя, ладно. Ход вот сделаем. Я просто не запомнил, бля, вот опять не запомнил, понимаешь, я не запомнил, что там, как и тому подобное. Сейчас должен быть боевой. Я прям в этом уверен, на 100%. Давай. Минус. Бля, у него две лупы еще есть, ёпта. Так, давай. Боевой. Ну давай, ладно. Там холостой должен быть, по идее. Мальчик, а ты включишься? Ну все, блядь. Доигрался, блядь. Так, сейчас сразу забираем у него лупу, 100%. Так, три боевых и раз, два, три, четыре холостых. Три боевых, четыре холостых, хорошо. Ну ты понимаешь, что сразу, я тебе сейчас сразу заберу эту, блядь, ну самую лупу, ты в курсе? А эти я не могу забрать у него? А, эти не могу, ну давай лупу заберем, ладно. Холостой. Так, хорошо. Давай его вот так сделаем сейчас. Сейчас мы вот так сделаем для начала. Первым делом, да? Потом делаем вот так, потому что там сейчас боевой должен быть. А-а-а, блядь. Охуенно. Ну, классно, чё. Давай, восстанавливай хпшку. Да, минус одну сейчас, смотри. Охуенно. Здорово просто, понимаешь? Здорово. Очень любопытно, блядь. Ну, очень любопытно, да, что сейчас делаешь. Ну, сам боевой, да? А, там холостом меня сейчас на боевой. Ну, да. Звонит. Зачем? Ну, ты все хочешь использовать? Узнал. Сейчас будет стрелять, смотри, меня. Да, там сейчас боевой. Благо нет, да, блядь, всего этого. Благо у него нету, короче, расширителя урона, блядь. Я тоже поменяю и в него стрельну. Там сейчас холостой. Сейчас в тебя нахуй. Ну, блядь, все нахуй. Что ты думал? Просто так, блядь? И сейчас последний должен быть боевой. А, он мне заберет хпшечку. Хпшку мне хочешь забрать? Ну, дурак, что ли, блядь. Сейчас это минус одна будет. Сейчас за воровство минус одна будет, я тебя проверяй. Блядь, да почему, блядь, ему плюс одна, блядь? Подожди, ты его ставишь либо одну, либо две, правильно понимаю? Охуенно. А, блядь, ну все по идее, вроде все. А, ну давай, блядь, вот нам холостой остался, по идее. А, не, боевой, прикинь. Ого. Ты издеваешься, холостой? Сколько там батрук, бесконечно, что ли, блядь? Так, это очень осторожно, да, блядь, да. За собой последи, пожалуйста. Так, давай запоминать патроны. Хорошо, давай запоминать патроны сейчас. Что-то я, блядь, как-то расфокусировался. О, так, мобила. Опа, вот это нам очень нужно. Два холостых, два боевых. Хорошо. Так, бля, у меня можно забрать что-то, да? Ну, первым делом явно будет вот так вот. Это первое, что я буду делать всегда, блядь. Это явно. То есть ему минус ход 100%. Восстанавливаем. Одну.
У него расширителя нет, все, хорошо. Это мы установили с тобой. Так, звоним, спрашиваем, что там, какой патрон. Третий патрон боевой. Получается, сейчас должен быть боевой, холостой, боевой и холостой, да? Получается, да. Опасно, хуйня. Ну ладно. Он-то не знает, какой патрон там, да? Какой? Третий боевой у нас с тобой. Третий боевой. Третий боевой. Ну, сейчас посмотрим, да, через луп. А, установить хпшечку. Понятно, блядь. Дурачок, чё нахуй. Давай, давай, давай. Посмотрим, сейчас боевой, сейчас меня, и там будет холостой останется, да. Бля, давай в себя, пожалуйста. Ну, чисто так, знаешь, подарок сделай в себя. Ну, конечно, блядь. Я даже не сомневался, понимаешь? Я даже не сомневался в этом. Ну, в тебя вставим, потому что там, блядь, холостой остался, дурачок. Так, ладно, давай. Так, так. Угу. Один боевой, один холостой. Давай я первый хожу. Спасибо. Холостой, да, там был? А у него усиление урона еще есть. Мне хпшечку можно, как бы, нет? Но усиление урона он есть, заебись еще. Мне только можно, блядь, поменять еще. Пивасик, блядь. А можно мне, блядь... Боже, блядь, можно мне, пожалуйста, ну реально. Один боевой, два холостых. Ну, давай сделаем сейчас вот так вот с тобой. Пока. Пока. Пока, мальчик. Ну, пока, понимаешь? Пока. Просто пока. Ну, реально, просто пока. Просто пока, реально. И там остался холостой, и я сейчас холостой в него уже еще раз. Знаешь, почему холостой? Сейчас посмотришь, сейчас увидишь. Просто пока. Бля, да. Подожди, дай-ка я гляну сейчас. Короче, ребята, я посмотрел в интернете. Короче, я так понимаю, он бесконечный. Типа, ты можешь удваивать сумму, да, то есть дальше идти играть. Либо ничего, типа, нажать, да, крестик и забрать сумму, которую ты заработал, правильно понимаю? Ну, типа, если я не прав, ребята, напишите комментарий, поправьте, но я как почитал, говорят, что там так. Говорят, что так. Так, два боевых, один... Хорошо. Давай вот так сделаем. Там боевой еще должен быть. Ну все, ББ, мальчик, пока. Ну и что ты делаешь там? Два холостых. Там холостой остался, дурачок. Бля, дайте ему минус один, пожалуйста. Ну дайте минус один ему, пожалуйста. Прошу, минус один. Спасибо. Это он... Заколебал устанавливать все, блядь. По две, блядь, единицы здоровья, блядь, вообще пиздец. Так, хорошо, пока мы с тобой оставили. Так, опа. Наручники, да, значит? Чё там? Так, три боевых, четыре холостых, хорошо. Бля, я бы забрал у него наручники, конечно, бы, знаешь. Я бы забрал у него наручники.
Бля, у меня тоже что-то может забрать. Знаешь, как сделаем? Давай сделаем вот так вот. Я заберу у него самое лучшее, что у него есть. Вот это. Дальше. Смотрим мы с тобой, что там за этот самый патрон хоста. Меняем его на боевой. И пока получается. Ну все. Бля, интересная игрушка. Очень прикольная игрушка, на самом деле. Реально. Прикольненько. Так, сейчас пофанить зайти. Прикольно. Реально, интересно. Ну все получается. Я так понимаю, это бесконечный режим. Я понимаю, это бесконечный режим, ребят. Реально бесконечный режим. Так, все убралось. Хорошо, поехали. Третий, последний раунд. Мы с вами играем. Я думаю, на этом серии мы с вами закончим. Потому что, я так понимаю, это бесконечный режим. Типа, просто, ну, заходишь, чтобы фаниться, играть, причем мне нет. Вот. А, у него две лупы. Ой, может, еще что-то забрать. По две. Угу. Один холостой, один боевой. Поехали. Так, хорошо. Это бесконечно, реально, это бесконечно. Ну, по крайней мере, там написали, что бесконечный режим. Ты можешь удваивать сумму, типа, можешь просто забрать все. Типа, и челик, который там, например, был у нас там, ну, стоял в коридорчике, это, по-моему, врач, не врач. Типа, если тут проиграешь, то проиграешь вообще жесть. Три холостых, три боевых. Хорошо, давай. У него лупа. Бля, почему не могу ничего забрать? Бля, ну, бля, ну, бля, ну, бля. Да, позвоним, спросим. Что патрон холостой? Последний патрон холостой у нас с тобой. Хорошо. Давай. Я думаю, сейчас холостой будет. Ну все, пока, блядь, мальчик, все, я устал с тобой играть, ты, ну, просто, понимаешь, ты меня зря позвал просто-напросто, реально, ну, зря ты меня позвал просто-напросто. Все ли ничего? Да, крестик нажму, хорошо. Типа, забираю? А, типа, ну вот, да, забираю, видишь. Типа, я понял, это бесконечный режим, типа, да, это бесконечный режим, ты можешь здесь вообще жесть сколько заработать, просто фаниться, сидеть, заработать, и все, хорошо. Прикольная игрушка, прикольная. Ну вот, видишь, Little... То есть Big и Little забрали у тебя бабки. Зачем ты нас зовешь? Мы два брата, блядь. Зачем ты нас зовешь, нахуй? Не зови больше. Все, блядь, пока, блядь. Все, Little тоже, видишь, уезжает с бабками. 140к мы с тобой заработали. Поздравляем, Little. Выиграл в 9, извлечено потом 85, выломано двери 2, выкроено сигарет 7, выто пиво 2970 миллилитров. Всего денег 182676 долларов. Вот, игрушка очень интересная, прикольная. Типа, с отзывами я согласен, типа, они там положительные довольно-таки. Бля, прикольная игрушка, пофанится, посидеть, почему бы нет. Прикольная игрушка, классненькая. Блядь, не ожидал, прикольно, просто реально очень просто сделано. Графика не прям вау, типа, ну очень просто сделано. Но настолько реально интересно, прикольно, я не спорю, реально, прикольно поиграть. Чисто зайти, пофаниться, знаете, отвлечься, там, а что-то просто пофаниться, так, знаете, поугарать. Почему бы нет, да, то есть, интересная игрушка, классная игрушка, вот. Интересно, ну напишите в комментариях, ну я думаю, видно, да, это очевидно, что бесконечный режим, но все-таки напишите в комментариях, бесконечный режим или нет, это все или ничего, я думаю, бесконечно, что там так было написано в интернете, и тут, в принципе, это видно. Вот, спасибо за просмотр, такая серийка была, вот, это был Backshot рулет, мы с вами поиграли в эту игру, очень интересная игрушка, очень прикольненькая, реально, классная игрушка, реально. Вот, спасибо еще раз за просмотр, увидимся в следующих играх, давайте. А, не скажу, если, ну, у вас, если вы хотите, чтобы я какую-то игру прошел, да, ну, по типу вот такой, либо инди-хоррор, который мы с вами, да, прошли, либо просто какую-то игру сюжетную, да, там, вы хотите, чтобы я прошел ее, да, напишите в комментариях тоже об этом, я всегда смотрю комментарии и обязательно
ну, мы ее пройдем. Вот, то, что Билли мы с вами проходим только потому, что попросили, вы сказали, блин, пройдешь Билли? Я такой, почему бы нет, посмотрел, что за игра. И такой, блин, давай без проблем посмотрим, поиграем. Мы поиграли и проходим ее сейчас. Поэтому вот, ребят, не стесняйтесь. Добро пожаловать на канал. Вот, в принципе, все. Увидимся в следующих играх. Давайте.